Вот и все, закончена работа, идет среди афганских гор каскадер четвертого залета и последний самый каскадер. Каскадер четвертого залета и последний самый каскадер. Без брони идет, без автомата, весь багаж, рюкзак да чемодан. Парень из последнего каскада покидает мартовский Афган. Парень из последнего каскада покидает мартовский Афган. Он почти у трапа оглянется, остановится и на момент отчего-то грустно улыбнется и закурит сигарету Кент. Отчего-то грустно улыбнется и закурит сигарету Кент. Может, нет для радости причины, а может, просто до смерти устал. Смотрит он на снежные вершины, средь которых жил и воевал. Смотрит он на горные вершины, среди которых жил и воевал. И когда, прервав минуту эту, дружески махнет ему пилот, он щелчком отбросив сигарету, не спеша поднимется на борт. Он щелчком отбросив сигарету, не спеша поднимется на борт. Под грозный рев турбин родного ила, боевых традиций не забыв, он с бортехником по кружке шило, без закуски выпьет за отрыв. Он с бортехником по кружке шило, без закуски выпьет за отрыв. И уже под мирный гул мотора, по дороге к дому и весне, будет спать и видеть сны, которых никогда не видел на войне. Будет спать и видеть сны, которых никогда не видел на войне. Будут в снах тех рейды и засады, пулемет дрожащий горячо, и блокпост, где все его ребята живы и не ранены еще. И блокпост, где все его ребята живы и не ранены еще. Будут в снах у каскадера горы, весь дым у Хайберский перевал. Не будите люди каскадеру, он свою войну отвоевал. Не будите люди каскадера, он свою войну отвоевал.